суварбургской письменности руна все выглядит как латинская буква «С». Это же руна начальным слоговым письме имеет значение «ся», «си», «си» и «сю». Слово «син» в слоговом руническом письме между согласными буквами «сё ин» ставится гласной, буква «ы». И геометрическая форма знака меняется автоматически, как становится как треугольник. Что-то это соединяется и все, да? Это руна «син». «Син». «Син» – человек. У этой руны еще есть такое значение «сюлом». Огонь. Огонь. И она означает мужское начало. Сюлом. А острие, направленное вниз, шив воду. И... То есть он еще и по-другому может написать? По-другому, да, да, да. То есть получается еще вот так вот можно написать, да? Вода, ну, по-нашему, по-чувашски шив. Угу. И женское начало. Угу. Вот. Слияние, совмещение этих двух рун означает продолжение рода.